29 мая в Гомеле на улице Борисенко был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Снаряд нашли во время наведения порядка. Группой разминирования войсковой части 55-25 боеприпас был изъят для дальнейшей утилизации. Эвакуация людей не проводилась, пострадавших нет. МЧС информирует, в случае обнаружения предмета, похожего на снаряд, ни в коем случае не прикасайтесь к нему и не пытайтесь исследовать его самостоятельно. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите по телефону 101 или 112. 4 июня на улице Советской, 30, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Лада Самара» и «Тойота Камри». В результате 19-летний пассажир машины марки «Лада Самара» оказался зажат на переднем пассажирском сиденье. Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента юноша был освобожден и с диагнозом «перелом таза» госпитализирован. 21-летний водитель этого же автомобиля покинул машину самостоятельно и с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки» был госпитализирован. Пассажиры «Тойота Камри» не пострадали. Гомельские спасатели продолжают радовать жителей Гомеля полезными подарками со знаком «Безопасность». Так, при поддержке Гомельской областной структуры «Белорусское добровольное пожарное общество» в городе появилась вторая остановка с яркой обучающей информацией по безопасности жизнедеятельности. Теперь изучить действия в случае возникновения пожара, узнать о пользе мобильного приложения МЧС Беларуси «Помощь рядом», о правилах пользования огнетушителем, а также информацию об автономном пожарном извещателе жители Гомеля смогут, ожидая общественный транспорт на остановке «Университет» по улице Советской.